Меня зовут Петровский Андрей, я являюсь сотрудником Института проблем экологии и эволюции имени Северцева. Я являюсь автором очерков в Красную книгу Москвы, и мы осуществляем мониторинг амфибий и рептилий в рамках написания очерков третьему изданию Красной книги, который выйдет уже в конце этого года, скорее всего. В этом водоеме обитает обыкновенный тритон, который занесен в Красную книгу Москвы как вторая категория редкости. То есть это редкий и угрожаемый вид. Соответственно, этот водоем представляет большую ценность в рамках данной популяции для этих животных. Мы кого-то поймали. Да. Мы с вами. Личинка обыкновенного тритона. Обыкновенный тритон, смотрите, обыкновенный тритон, он достаточно многочисленный вид, в принципе. То есть, и когда он размножается, их много. Потому что фауна Москвы представлена двумя видами хвостатых амфибий, то есть это обыкновенный и гребенчатый тритон. Обыкновенного тритона всегда во много раз больше, чем гребенчатого. Он более склонен к синантропизации, вот, то есть он более экологически пластичный вид. Вот, но они всегда обитают совместно, то есть в одних и тех же водоемах. Вот, и, соответственно, мы сейчас... Ну, гребенчатого мы здесь не найдем, это, наверное, исключено. Вот. Но в общем и целом, то есть обыкновенный тритон имеет лучшую стратегию выживания, потому что у него бентосная личинка, она живет на дне, когда у гребенчатого она пелагическая и доступна для всех хищников, потому что она живет в толще воды. Вот. Есть еще ряд генетических ограничений, потому что у гребенчатого тритона есть так называемый 50% генетический блок, то есть когда у них половина зародышей погибает. Вот, это связано с особенностями их генетики. Вот. Ну, а сейчас мы просто выискиваем то, что мы накосили. Так. Следующий запрос. Извиняюсь. И у нас с вами всевозможные личинки. Да, это все личинки обыкновенного тритона. Там у нас с вами. Так. Вот еще раз, два, тогда четыре. Отпускаем. Личинка жука-плавунца. Это у нас тут была. Она уже удрала. Личинок много, видите, да? То есть у нас с вами каждый покос какое-то количество сюда попадает. И это хорошо, потому что нам важны не встречи взрослых, со взрослыми особями, а, конечно, интереснее нерестовые водоемы, потому что они нуждаются в охране. Шесть. Еще. Они здесь имеют место быть. Места зимовки и места, где могут укрываться взрослые особи. То есть, взрослые, то есть они... это окрестности. Да, да. То есть это метров 200-300 в радиусе от водоема они сбегаются. Ну, у нас с вами еще. Так,
Москвы, это прокурор. Есть, недостатки есть. Еще. У нас причина, почему погибла обыкновенная жаба в Москве. Это особенность экологии вида, потому что у нас обыкновенная жаба устойчива ко всем принципам, проблемам, которые есть в городе, то есть это инвазия ротана, это загрязнение водоемов, но она мигрирует на 3 километра от нерестового водоема. Для сравнения, тритоны мигрируют метров на 300-500, и они, в принципе, придерживаются того водоема, где они живут. Вот, то есть, а жаба мигрирует на 3 километра, она у нас сохранилась только на Лосином острове, вот, и нигде больше, а животные попадают под колеса и бегут. Самочка взрослая. Да, самочка. Тоже мы заснимем. А почему вы сказали, что это именно самка? Как они отличаются? О, ну, внешне, то есть они внешне очень сильно отличаются друг от друга. Угу. Вот, то есть, ну, потому что вот вы видите, вот что это самка, и вот просто по всем вот морфологическим признакам внешне вы их различите. То есть самца чуть-чуть окрас другой. Все, отпускаем. Угу. Злодеи уничтожают тоже, но вот с моей точки зрения это совсем корректно, потому что надо доносить информацию, нужно включать водоемы, нужно осуществлять мониторинг. Вот, что мы сейчас и делаем как раз. Да. Потому что многие водоемы неизвестны. То есть, например, мы когда делали обследование, у нас из 51 исторической точки сохранилось 11. Но при этом мы нашли 19 новых точек, включая вот эту, где живет обыкновенный тритон. Это говорит о том, что Москва плохо исследована, Москва плохо обследована. Вот. И мы уничтожаем биоту не потому, что мы ее так не любим, а потому, что мы не знаем здесь ничего. Вот. А в радиусе вот этого водоема, примерно 200-300 метров, живут, собственно говоря, тритоны. То есть ближе к середине лета, ночью они будут выходить и, соответственно, попадаться на тропинки на дороге. А, потому что молодым нужно расселиться и нужно прятаться, потому что это сумеречные ночные животные. Вот. А взрослые животные тоже, опять-таки, в середине лета практически все покидают этот водоем и живут в радиусе водоема, но они привязаны строго к водоему, где они не гнездятся. То есть расселение идет не так активно у амфибий, они привязаны к нерестовому водоему. Да? А какие котопы, с какими там деревьями, с опадом, с какой подстилкой им нужны? Вы знаете, они, в принципе, живут где угодно. Хорошо говоря, потому что я находил нерестовые водоемы вдоль железнодорожных путей в Канаве. Угу. То есть сказать, что это какой-то особый биотоп, сложно. То есть это ближайшие лужи, где они смогли отнереститься. Нет, я имею в виду места для циркуляции вокруг и для зимовки. Каким условиям они должны удовлетворять вот эти места? Должны быть какие-то укрытия. То есть укрытием может являться какой-то сток сена, какой-то листовой опад, бревна, палки, то есть все, куда животное может забиться, подо что может спрятаться и где оно может укрыться в дневное время. Важный момент для тритонов – это вопрос зимовки. То есть животные зимуют, несмотря на то, что у нас достаточно прохладные зимы, они зимуют при более или менее положительной температуре. То есть они, как правило, забиваются там под листы шифера, еще куда-либо, где температура даже зимой сохраняется более или менее в районе нуля. То есть там ниже -2 падать не должно, потому подобного рода укрытия животным необходимо, и без этого популяция погибнет, какой бы хороший водоем ни был. Угу.
То есть им нужны места, где остаются кучи листьев, где остаются бревна, какой-то валежник, правильно? Вот да, такие им места. Нужны вот такие места, где они могут прятаться. И по-хорошему говоря, мы будем рекомендовать, что вокруг подобных водоемов необходимо дополнительно создавать подобные места, чтобы животные могли приходить и зимовать. Uh-huh. А в Европе подобное называется Triton Hotels, то есть они создают специальные отели, то есть это копается яма, грубо говоря, укладывается какой-то галькой сверху, какое-то покрытие, там создается такой холм, и куда животные могут приходить и зимовать. То есть откуда известна дистанция миграции. То есть вот эти вот от 10 до 400 метров, это как раз вот ставили вот эти самые отели, и потом просто смотрели, сколько куда животных приходило. Это делается по всей Европе. То есть какие-то утепленные, то есть в силу особенностей экологии, делают в Норвегии, потому что там очень холодные зимы. То есть, особенно развито это все в Англии и в подобных странах, ну, потому что в Англии это вообще, в принципе, вопрос тритона, он поднят на национальный уровень, и у них вопрос сохранения включено в национальное законодательство. У нас с этим делом, конечно, все похуже. Пойдем дальше. Так, ну, и вот вопрос, с кем в водоеме они могут более-менее мирно сосуществовать? Проще сказать, с кем не могут. Не могут сосуществовать с ротаном. То есть ротан – это самая настоящая катастрофа в пресноводных водоемах. И это, в принципе, главная причина вымирания амфибий в Европе в целом. То есть сейчас 80% популяции европейских погибает не из-за застройки, не из-за уничтожения всех водоемов, не из-за чего, а из-за того, что туда попадает ротан. Ротан – это очень экологически пластичная рыба, то есть она живет в водоемах бедными кислородом, она живет в водоемах с повышенной температурой, у нее сложное половое поведение, охрана потомства, охрана кладки, то есть это животное, которое делает все, чтобы успешно расселиться. И много есть работ, в частности нашей лаборатории, которые показывают, что если ротан попадает в водоем, то биота сокращается на 60-80%, неважно, позвоночных, беспозвоночных, погибает все, ну, точнее, сжирается. Вот. Ротан может сожрать крупную личинку стрекозы и шниду, то есть даже стрекозы выбывают из водоема, как только туда попадает ротан. То есть ротан – это главная проблема, почему амфибия не стала в городе. И я скажу больше, мы за прошлый год отмониторили порядка 120 водоемов, которые по историческим точкам были отмечены как нерестовые для амфибий. В 80 из них был зафиксирован ротан, и они уже более непригодны, амфибий там не будет никогда. Бороться с ротаном очень сложно, потому что водоем нужно сливать, грунт нужно срывать. То есть это целая эпопея, это просто так не выпить. И в Европе делают так, то есть они делают своего рода синусоиду популяционную, потому что водоем наливают, он года 2-3 стоит, ротан заводится, дальше водоем сливают, год держат под паром, только тогда икра, по сути, подыхает, и только потом наливают, животные приходят, обратно не нерестятся, и только потом. Наши специалисты по прудовому хозяйству делают еще проще. Они сливают пруды, когда у них ротан появляется, засыпают все негашенной известью, и тогда от ротана можно избавиться. По-другому от этой рыбы не избавиться. Ротан, вопреки устаревшим представлениям, расселяется не на лапах птичек, не на лапах чего-либо. Это делают люди. То есть это привозят рыбаки, обогащают водоем рыбой, и, собственно говоря, таким образом, по большей части, он по всей части. Он и попадает в водоемы Москвы. То есть люди приходят, выкидывают рыбку, и все. То есть, и рыба прекрасно акклиматизируется. У нее быстрое половое созревание, это где-то первый-второй год жизни. Второй год – это все уже особи становятся половозрелыми. Вот, и прекрасно размножается. Потому что в постоянных водоемах, в прудах, где раньше не нерестились амфибии, живет рыба, которая прекрасно всех сжирает. Вот. И это главная проблема, то есть, которая, в принципе, имеет место быть. По тому, что мы видим, ротан попадает в водоемы, когда его зарыбляют какой-либо рыбной культурой. То есть он тогда попадает. И ротан это главное, это сродни атомной войны для, в принципе, всех пресных водоемов. Ротан появился в
принципе, первые завозы Роттана появились, это начало 20 века, более или менее стабильно он появился у нас ближе к середине 20 века. То есть у нас изначально было 6 метапопуляций, сейчас они объединились в одну общую популяцию, и, в принципе, ротан – это дальневосточная рыба, а ротан сейчас расселился, уже его встречают в Португалии, в Испании, то есть он вполне себе успешно завоевывает всю Европу. У меня шеф делал работу, основанную на ГИС-моделировании. В принципе, ГИС-модели показывают, что вся Европа пригодна для ротана, и он займет рано или поздно ее всю. Обыкновенный тритон встречается в водоемах с обыкновенной чесночницей. Ну, в водоемах это я щедро сказал, потому что у нас осталось всего два водоема, где в Москве встречается обыкновенная чесночница. Обоими видами бурых лягушек он вполне себе успешно сосуществует. И он вполне себе успешно сосуществует, как я уже говорил, с гребенчатым тритоном. Встречается в водоемах с озерной лягушкой. Но в случае зеленых лягушек, то есть это озерная, прудовая, съедобная лягушка, конкретно говорить про вид чуть сложнее, потому что у них сложная генетическая ситуация, потому что у них имеется гибридизация, имеется гибридный вид, то есть между прудовой и озерной лягушкой, это съедобная лягушка. Вот. У нас генетику никто не делал по Москве, потому мы можем только вот по морфологическим признакам решить тот или иной вид. Примерно как-то так. Так. Вот такого размера тритон уже способен пойти гулять на сушу. Ну, на самом деле, и вот такого размера, то есть тут вне зависимости от размерной стадии, то есть у них есть стадии, которые проходят каждой личинки, вот, это индивидуальная изменчивость у них, вот такой размер. Ну, лапки уже сформировались. Лапы сформированы, да, то есть у них все, и я думаю, через неделю-две животное выйдет на сушу и вполне себе будет успешно более или менее жить здесь. Нет, я вам не скажу, потому что, в принципе, им вопрос травы безразличен. Вот. Угу. То есть, амфибиям, повторюсь, важно наличие каких-либо укрытий. То есть, если рабочие здесь навалят какой-нибудь шифер, какие-нибудь доски, еще что-нибудь, амфибии скажут только спасибо. Ну, а вот такой вот вопрос. Вы говорили, что в Англии у них целая программа, вопрос поднят на национальный уровень, но, может быть, это связано с тем, что в Англии, в принципе, мало осталось каких-то природных сообществ, и они вынуждены работать в полуприродных и создавать какие-то аналоги. Но это вопрос ответственного отношения к природе. Скорее, я поставлю вопрос вот так. Потому что в Англии более ответственно подходят к вопросу отношения к природе. Но мне кажется, они в принципе, ответственны, вы можете получить, да, наказание за то, что выпускаете инвазивные виды животных в природу. То есть надо понимать, что выпуская какую-нибудь красноухую черепашку на свободу, вы ничего хорошего не делаете. Вы выпускаете животное, которое, во-первых, выжирает местную фауну, вы выпускаете животное, которое разносит паразитов, которые поражают местных черепах, то есть это болотная европейская черепаха. Соответственно, от этого погибают черепахи. И, в принципе, красноухая черепаха – это большой вредитель, который, в принципе, ну, ничего хорошего, опять-таки, не несет для местной фауны. Выпуская ротана, вы уничтожаете водоем сразу, то есть это нужно для себя понимать. Облагораживая парк и уничтожая все места укрытий, то, что любят делать коммунальные службы, вывозить лесную подстилку, это плохо. У нас в последнем положении о Красной книге Москвы 19 года места, которые необходимо брать под охрану, там прямо отдельно прописано, что запрет на вывоз листового опада, запрет на какие-то подобные мероприятия. Запрет на вывоз валежа, потому что здесь есть участки, где валежа довольно много. Нет, просто про листовой опад прямо в постановлении правительства отдельно прописано, что вот запрет на вот вывоз подобных вещей. Постановление от 19 года, да? Да, да, да. То есть у него вот рисунок есть на теле какой-то.
Так. Самец обыкновенного тритона. Самец обыкновенного тритона, да, все верно. А пузико можно посмотреть? Да, конечно. Какое яркое, обалдеть. Вот, вот это, кстати, видите пятна, да? А это так называемая меланофора, и они образуют у него рисунок на брюхе. Рисунок, он индивидуальный, и в случае обыкновенного тритона, подчеркиваю обыкновенного, он не меняется на протяжении всей жизни. То есть, таким образом можно опознавать конкретную особь при повторном мониторинге. Сейчас делаем качественный учет, потому что элементарно нету времени. Численность, в принципе, средняя. А высокая численность у нас у скова. То есть, когда за вот один такой покос мне попадает, наверное, 100-150 личинок вот сразу. Я черпанул, и сотня личинок в сачке. Черпанул, еще сотня личинок. Это крупно. Здесь вполне себе средняя. А низкая численность, это когда вот мы с вами вот все то время, что здесь циркулируем, я вот одну личинку таки допоймаю. Вот. Это, как правило, водоемы в сильной эвтрофикации. То есть, когда водоем представляет собой желе, вот это, кстати, кандидат на вот это самое желе, потому что водоем не чистится, рязко отмирает, образует отмершую органику, и со временем водоем просто будет заморным. Водоемы нужно все же чистить, за ними нужно следить. То есть нужно сохранять прибрежную растительность, все равно она необходима. Но при этом, если водоем зарастает какими-то кустарниками активно, да, и он становится уже совершенно непригодным для амфибии, это тоже плохо. То есть за водоемами нужно следить, за водоемами нужно ухаживать. То есть это, их нельзя, с одной стороны, облагораживать вот этими прекрасными вертикальными бортами, которые делают их недоступными для многих видов животных. Вот, нужно оставлять хотя бы четверть, хотя бы пятую часть естественных берегов, которые делают водоем доступным для амфибий. То есть мы понимаем, что мы живем в городе, и город должен развиваться и сосуществовать каким-то образом с животными. Вот. Но какую-то часть необходимо оставлять для животных доступными в том виде, чтобы им тоже было комфортно, иначе они просто погибнут. То есть где-то четверть, пятая часть хотя бы естественных берегов, она необходима для нормального существования амфибий. Если в водоеме вычищается вся водная растительность, вся околоводная растительность, все животные, которые так или иначе живут в этом водоеме, они тоже будут погибать, потому что тритону не на что будет нереститься, не на что будет откладывать свои яйца. То есть, соответственно, будет падать биота, который, по сути, он поедает и так далее. То есть это все тоже очень плохо. Вот. А отсутствие уборки дна, то и получается, что водоем становится заморным, и ничего, кроме каких-нибудь трубочников, там не останется, которые будут вот в этом вот слое ряски, которая будет. Ну, а как вот этот водоем можно чистить когда? В конце лета, когда его тритоны уйдут? Да. Самое правильное водоем чистить в конце лета, осенью. Но опять-таки, я это говорю как герпетолог, когда все животные большей частью, потому что есть для тритонов понятие зимующие личинки. Зимует не так много, на самом деле. Этим раз в какой-то период можно пренебречь. Водоем необходимо чистить от ила, необходимо чистить от всей вот этой грязи, и тогда водоем будет прекрасно жить и развиваться, ему ничто, по сути, не нужно больше. То же самое ихтиоциды, когда применяют. Ихтиоциды применяют тоже осенью, когда амфибии все отнерестились. Ихтиоциды – это… Протона выпивать. Ну, это пока нам вам нет, вам не грозит. Вам это не грозит, мы пока никого не видим здесь. Вот. Но так или иначе, то есть все работы с водоемами, так или иначе, необходимо осуществлять только осенью. Только можно в августе, но в конце августа. Угу. Когда животные пройдут метаморфозы, мы не навредим популяции. То есть лучше сосредоточиться на сохранении вот той территории, которая вот там есть. Лучше сосредоточиться на сохранении территории, которая вот здесь, куда, скорее всего, животные и уходят зимовать, где они, скорее всего, проходят. Потому что, с другой стороны, у вас улица Ивана Франко, там они попадают под колеса и все гибнут. То есть, соответственно, все пути миграции идут вот в сторону вот этого парка, и там они находятся. Единственное, что можно сделать и попытаться нужно сделать, пытаться добиваться придания этому водоему статуса памятника природы, потому что это нерестовый водоем, где сохранились редкие и краснокнижные виды амфибий. То есть пытаться придать ему статус памятника природы, чтобы его взяли под региональную охрану, и он стал региональным ООПТ. Это можно и нужно добиваться вот этого дела.
Но опять, сам водоем — это ничто. Нужно, чтобы памятником природы был сам водоем и территория, опять-таки, 200-300 метров от зеленой территории, которая вот вокруг него. Тогда это можно спасти, это можно развивать, с этим можно работать. До тех пор, пока это просто муниципальный парк небольшой, вот, с водоемом могут и будут делать все, что угодно, и ничего хорошего с ним не произойдет.